Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать своими руками вот такой замечательный вязаный чехол. Вязать его нужно крючком, поэтому я думаю, справится даже начинающий, кто вяжет крючочком. Если кто-то не вяжет, то посмотрите видео, как сделать воздушные петли и как вязать столбики без накида. С такими навыками вы сможете самостоятельно уже связать вот такой замечательный чехол, который можно одеть, в принципе, абсолютно на любую чашечку. У меня чашка на 340 мл, вы уже, исходя из этого, ориентируетесь на свой размер. Самое главное, я всегда рекомендую для данных чехлов брать чашечки с прямыми краями. То есть, смотрите, у меня ровная, простая чашка. Вот, и чтобы она, главное, самая, не была заужена к низу. Не обязательно брать прозрачную, можно взять какую-то белую, матовую. В общем, в принципе, на свое усмотрение. Самое главное, еще раз повторюсь, чтобы она была ровная. Я думаю, что такой подарок своими руками оценит наши мамы, бабушки к предстоящему празднику, женскому дню. Также можно подарить любимому на День Святого Валентина. Вот, да и в принципе... Я вам скажу, в быту такая чашечка порадует глаз. Самое главное, что занимает минимум затрата по времени, минимум затрата по материалам. Вот, получится в итоге очень красиво. Вы свяжете основу, я вам помогу, расскажу, как варьировать размерчики, от чего отталкиваться. А вы затем уже, исходя из этого, украсите на свой вкус. Я украсила самыми обычными сердечками, так как готовила ко Дню Святого Валентина. Вы сможете украсить абсолютно... Ну, в общем, на свое усмотрение, какими-то бусинками, пуговичками, возможно, какой-то вышивкой. Также подойдут отлично сюда вязаные аппликации. Вот, в принципе, тут уже включаете свою фантазию и, скажем так, исходя из этого, украшаете свой чехол. Я надеюсь, что вам понравилось, не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Для начала нам понадобится основа, это чашка, на которой вы будете делать чехольчик. Самое главное в чашке — это не объем. Самое главное — это то, чтобы прямые были у нее вот такие вот вертикальные к столу края. То есть есть чашечки различные с зауживанием, есть как бы удлиненные. Вот самое главное, чтобы у вас вертикально к плоскости стола шла, скажем так, вот эта вот часть чашечки с одной, с другой стороны, со всех краев, в общем, чтобы она была прямая. Вот. Если она будет зауженная к низу, то у вас чехол постоянно будет сползать. Я уже вязала в предыдущих видео чашечку с, скажем так, с зауженными краями к низу, вот такую вот, то мне приходилось спицами делать убавление для того, чтобы чехол у меня не сползал к краю. Вот как раз таки я рекомендую вам взять самую обычную чашечку, самую прямую, у меня она на 340 мл. Вот, и хотите по желанию, можете снять мерочки, нам понадобится ее высота, минус сантиметр снизу, минус сантиметр кверху, то есть средняя вот эта ширина, это будет наш чехол ширина. И нам понадобится длина от ручки с одной стороны по окружности до ручки с другой стороны. Я этого делать не буду, я просто по ходу вязания буду все это мерить непосредственно на основе. Если у вас основы с собой нету, то вам придется все-таки, допустим, если вы, к примеру, еще не определились с чашечкой, то, конечно же, сначала лучше бы купить вот эту чашечку, основу. Вот. Теперь нам понадобятся ниточки, это может быть абсолютно любой размер, любой состав пряжи, любой цвет. Это может быть, к примеру, хлопок, может акрил, может полушерсть, шерсть и так далее. Чаще всего я рекомендую использовать остаточки, которые вы, допустим, ну, которые у вас остались после вязания изделия. Допустим, вы вязали шапочку, у вас осталось 20-30 грамм. Вот как раз таки этих 20-30 грамм более чем достаточно для вязания размера чехла на чашечку 340 мл. Если она у вас еще меньше, то, соответственно, у вас хватит с головой. Вот, смотрите, определились с пряжей, теперь определяемся с крючком. Так как на этикеточке пряжи чаще всего пишут номер крючка рекомендуемый, то вы уже смотрите и, исходя из этого, как бы берете номер крючка. Бывает такое, что не написано на пряже рекомендуемый размер крючка. То вы смотрите, ориентируетесь на пряжу. Если, к примеру, она у вас толстенькая, соответственно, берете больше крючок. Если вы вяжете свободно, то берете немножечко крючок поменьше. Если вяжете туго, то берете крючок побольше, чтобы у вас было не рыхлое вязание, но в меру плотное.
Я определилась с пряжей. Это у меня пряжа остатки из вязания Lana Gold 240 метров в 100 граммах. И я взяла под нее крючок номер 4. То есть достаточно большой крючок, обратите внимание, номер. Также нам понадобятся ножнички, игла для пришивания пуговички. Также нам понадобится пуговичка для того, чтобы застегнуть наш чехольчик на чашечке. Это может быть пуговица под цвет пряжи, может чуть темнее, чуть светлее, так как я буду вязать синий. Я взяла вот такую вот приближенно синему цвету пуговичку. Можете взять абсолютно любую. Это может быть обычная деревянная пуговица, как сейчас модно, может быть какая-то с рисуночком. В общем, по желанию. Пуговица, диаметр желательно не менее чем где-то 13 миллиметров, то есть не менее. Можете взять побольше. У меня где-то 2,5 сантиметра диаметр пуговицы. Вот, исходя из этого, я буду и делать петельку в чехле в своем. Для украшения чехла можете использовать абсолютно все, что вам подсказывает ваша фантазия. Это может быть различные бусинки, пуговички, какие-то пайеточки, брошечки. В общем, в принципе, все абсолютно, что хотите прикрепить к вашему чехлу. Сердечки какие-то, возможно, деревянные украшения. Все это можно пришить, прикрепить, приклеить, возможно, термоклеем. Я для украшения буду использовать всего лишь пуговицу, которой буду застегивать чехол, она у меня будет максимально приближенная по цвету пряжи. Обычное фетровое сердечко, ранее я вырезала из красного фетра сердечко. И вот такая вот пуговица, она у меня белая, деревянная, с орнаментами тоже синего цвета, которого будет пряжа. Вот приблизительно вот так и будет у меня украшение. Можно использовать абсолютно все, еще раз повторюсь. Поэтому, конечно же, сейчас свяжем с вами основу. Неважно абсолютно, какая у вас пряжа толщины, крючок и так далее. Вы просто ориентируйтесь по тому, что я делаю, как я измеряю. И уже смотрите, исходя, скажем, из вашего размера чашки, из вашей пряжи, крючка и плотности вязания. Итак, берем пряжу, крючок и чашечку, нашу основу. Отнимаем сантиметр сверху. И отнимаем сантиметр снизу. Вот такой длины нам нужно набрать цепочку из воздушных петелек. Я делаю начальную цепочку, закрепляю, оставляю небольшой хвостик снизу, чтобы потом его было удобно спрятать. Первую делаю петельку и начинаю набирать воздушные петли. Как бы исходя из практики своей, это обычно от 10 до 20 петелек. То есть в среднем зависит от размера чашки и пряжи. Если у вас пряжа потолще, то вам будет где-то достаточно 10-11 петелек в высоту. Если же у вас пряжа потоньше, соответственно, у вас может быть и 20 петелек. Я наберу что-то среднее между 10 и, к примеру, 20 петельками, то есть вот 15. Я закрепила первую петельку и набираю 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Оставляю последнюю петельку на крючке. У меня получилась вот такая цепочка. Я беру основу свою. Вот так вот кладу ее удобненько. И прикладываю к самой чашечке. Посмотрите, где у меня заканчивается последняя петля и где начинается первая. Я убираю закрепительную петлю и убираю петлю на крючке. И посмотрите, как раз таки я совпала с тем, что сантиметр у меня остается до верхней, вот здесь вот стороны чашечки, где горлышко, и до нижней где-то тоже сантиметр. Значит, 15 петель я так и оставляю. У вас должно минус вот эта петля, которая на крючке, и минус начальная вот эта петля закрепительная быть как раз таки вот она ширина чехла. Убираем основу. И так как мне достаточно 15 петелек, то я и буду 15 столбиков без накида вязать постоянно в каждом ряду. Для начала делаем петлю воздушную подъема, уже по счету она 16. Находим третью петлю от крючка, первая на крючке, вторую пропускаем, вот в третью вяжем столбик без накида. Связали первый столбик без накида, следующую петлю вяжем второй столбик без накида, следующую петлю вяжем третий столбик без накида, следующую четвертый. И так я довяжу до конца ряда, чтобы у меня было в конце ряда 15 столбиков без накида, провязанных в первом ряду. Вот так вот. Продолжаю дальше. Я провязала 2, 4, 6, 7 столбиков. Дальше 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14 и 15. Закрепительную петельку я не трогаю. Теперь делаем воздушную петлю подъема в конце ряда и поворачиваем вязание. У нас остался вот такой вот замечательный хвостик снизу. Я его при вязании второго ряда хочу сразу же запрятать. Можно по желанию вдеть вот этот хвостик в иголочку и спрятать помеж вязания столбиков первого ряда. Но я такое не люблю. Я сразу кладу его на вязание. Для удобства найдите вот первую петельку, петлю основания воздушной петли подъема. И в нее мы сейчас будем вязать столбик без накида. Я вот так вот подхватываю этот краешек ниточки, ввожу в первый столбик вот так крючок и кладу на вязание ниточку. Это будет, возможно, первая петля неудобно, в дальнейшем вам будет легко. Поднимаем этот хвостик. Я так вот придержу пальчиком. Находим первую петлю и за обе стеночки косички заводим крючок и вяжем первый столбик без накида. Вот так. Находим следующую петельку, вводим крючок и снова я кладу ниточку на вязание. И вяжу второй столбик без накида. Так я сделаю буквально 3-4 столбика вместе с ниточкой сверху. И у меня как бы постепенно начнет закрепляться этот хвостик. Вот я провязала 5 столбиков первых. Теперь подтягиваю этот хвостик, чтобы он здесь вот петельку нашу убрал. И откладываю его в сторону. Этот хвостик можно будет отрезать, довязав этот ряд. И продолжаю дальше вязать 6 столбик, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И 15 столбик мы вяжем вот сюда, прям в уголочек. И смотрите, мы вначале набрали 15 воздушных петелек, по крайней мере так у меня получилось. Я связала первый ряд 15 столбиков без накида. В конце ряда сделала воздушную петлю подъема, развернула. Во втором ряду также связала 15 столбиков без накида над предыдущими 15 петельками первого ряда. Теперь делаю снова в конце второго ряда петлю подъема. Разворачивая и в петлю основания петли подъема, вяжу первый столбик без накида. Так я буду вязать по 15 столбиков, то есть нашу изначальную цепочку, от начала до конца вязания нашего объема чашечки по окружности. То есть смотрите, мы получается не забываем в конце каждого ряда вязать петлю подъема, для того чтобы красиво повернуть наше вязание, и у нас был красивый и ровный вот такой вот край с одной и с другой стороны. Он у нас будет даже не совсем ровный, он у нас будет такими меленькими зубчиками, но это будет выглядеть очень аккуратно, и при этом не нужно будет обвязывать края нашего чехла. И дальше продолжаю вязать по 15 столбиков, причем 15 столбик у нас будет уходить вот сюда, прямо аж в край нашего вязания, вот аж в самый край, посмотрите. Теперь снова делаем воздушную петлю, поворачиваем на следующий ряд, в петлю основания петли подъема вяжем первый столбик. И до последнего столбика можете первые несколько рядочков просчитать, для того, чтобы вот эти края у вас были максимально ровными. Возможно, у вас по ходу вязания немножечко будет полотно закручиваться. Абсолютно ничего страшного, на чашечке оно все будет красиво и ровно выглядеть. Это из-за того, что вы делаете какой-то упор при натягивании ниточки, то есть в каких-то местах вы более свободно ее натягиваете, в каких-то местах более плотно. Вот. И теперь продолжаем вязать по 15 вот таких вот столбиков в каждом ряду. Сейчас я вам покажу, до каких пор. Вот так вот прикладываем. Что у нас получается? У нас получается набранная ширина. Мы прикладываем ее близко к ручке чашечки. И вяжем, 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 вяжем по всей окружности до тех пор, пока не дойдем до второй стороны ручки. То есть сейчас мы просто вяжем прямое полотно длиною от ручки до ручки.
Вот я провязала длину полотна своего и теперь нахожу начальную вот здесь вот цепочку нашу из воздушных петелек и первый лицевой ряд. Вот он у меня. Вот такими клеточками выглядит лицевой ряд. С изнаночной стороны у нас такими вот зигзагами идет ряд. Вот я поворачиваю лицевой стороной, беру свою основу и прикладываю к ручке. Теперь вот так вот при натягивая обязательно, я начинаю измерять, сколько у меня длина чехла и сколько не хватает. Почему при натянутая? Потому что у вас должно плотно прилегать к чашечке вот это полотно. Если у вас будет свободно или просто вы вот измерили чашечку и точно досконально связали сантиметры, то она у вас будет просто-напросто соскальзывать. Вот она должна сидеть плотно. Но в то же время тоже не слишком туго. Почему? Потому что тоже будет соскальзывать. То есть вот я, честно говоря, не знаю почему, но когда делаешь слишком туго, она соскальзывает. И если свободно, то она как бы как большая соскальзывает. Вот, я смотрю, у меня не хватает буквально, скорее всего, вот одного рядочка. Я сейчас его провяжу, принатяну, и как раз-таки мне будет достаточно. Я сейчас связала по количеству рядочков, даже не подскажу вам точно, но около где-то, пожалуй, больше 40, судя по тому, что попарно я могу сейчас просчитать. У меня получается около 20 полосочек. Попарно, то есть два ряда в каждой полосочке. И сейчас я сделала воздушную петлю подъема и довязываю последний ряд. Неважно, где вы закончите ряд, с лицевой или с изнаночной стороны, здесь, как говорится, не очень эта суть важна, тем более это крючок, чаще всего это не присматривается, но я стараюсь, чтобы у меня первый ряд лицевой был всегда возле ручки. То есть мне нравится, когда так вот аккуратненько по лицевому смотрится изделие связанное. Вот я довязываю ряд. И смотрите, что получается. Я довязываю две последние вот здесь вот петельки по столбику. И не делая воздушной петли подъема, поворачиваю наше вязание на вторую сторону. Теперь нам нужно наши столбики без накида разделить таким образом, чтобы по центру у нас осталось 8 или 9 столбиков. Почему 8 или 9? Если у вас пряжа тонкая, то лучше всего оставить не менее 9. Если у вас пряжа толстая, то достаточно будет и оставить 8 по центру. У меня пряжа средней толщины, я, пожалуй, оставлю 9. Почему 9? Потому что если у меня взять, к примеру, 8, то получится не одинаковое количество по краям. Я возьму средние 9, по краям я оставлю по 3 петельки. То есть у меня получится 3, 3 и 9, у меня как раз таки мои 15. Нам нужно поделить на 3 части, чтобы по центру была самая широкая часть. И эта широкая часть по своему размеру проходила между... вот здесь вот между ручкой, вот так. У меня здесь достаточно, скажем, широкая вот здесь проходимость, то я возьму и пошире сделаю себе застежку. Итак, сейчас я должна буду первые 3 петельки, так как у меня 3 с одной и 3 с другой стороны, первые 3 петельки сделать 3 соединительных столбика, чтобы добраться до моих средних центральных 9 петель. То есть, повернув на следующий ряд без петли подъема, я нахожу петлю основания вот здесь вот последнего столбика и делаю сюда соединительный столбик. То есть, провожу ниточку сквозь петлю и стеночку. Теперь захватываю следующую петлю и делаю второй соединительный столбик. И точно так же захватываю рабочую петлю и делаю третий соединительный столбик. То есть, смотрите, первая часть и последняя часть у меня по 3 столбика, повторюсь. Центральные 9 столбиков, это будет моя застежка. Я добралась до центральных 9 петелек, делаю петлю подъема. Теперь уже делаю петлю подъема не в начале ряда, как мы делали всегда, в конце провязанного ряда, в начале ряда у нас была воздушная петля. А сейчас лишь только делаю перед тем, как вязать центральные петли. И вяжу 9 столбиков без накида. Первый столбик, следующую петлю второй, дальше третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Довязав девятый столбик, у меня до конца ряда остается 3 недовязанные петли.
с одной стороны 3 соединительных столбика и с другой стороны 3 недовязанные петли. Я не довязываю их и поворачиваю вязание. Делаю воздушную петлю подъема и поворачиваю. Мне эти 9 петелек теперь нужно провязать по столбику без накида в каждую петлю. Поэтому в петлю основания воздушной петли подъема я делаю первый столбик. Дальше в каждый последующий делаю по столбику без накида. И так 9 раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9. У меня остается 3 недовязанные петли. Там, где я делала соединительные столбики, я их дальше не продолжаю вязать. Делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю и снова провязываю в каждую петлю по столбику. То есть 9 столбиков без накида. Третий получается уже по счету ряд серединки нашей центра. Сколько нам нужно провязать рядочков, здесь уже нам нужно опять же посмотреть по нашей основе. Вот я довязала 9 столбик, делаю воздушную петлю подъема и откладываю пока крючок. Смотрю, самое главное вам померить, проходит ли в вашу основу вот этот наш, скажем так, центральный отрезок для застежки. У меня проходит, все замечательно, высота чашечки соответствует вот здесь вот ширина минус сантиметр с одной и с другой стороны. И вот проходит. Если вы посмотрите, у нас основа от ручки до ручки где-то у меня не хватало буквально по 2 миллиметра. И теперь я смотрю, у меня где-то приблизительно здесь будет пуговица. Но так как изделие натягивается, мы провязали 3 ряда, то я провяжу еще где-то сантиметр. Это приблизительно 2 ряда. То есть я сейчас провязала 3 ряда, сделала воздушную петлю, еще довяжу 2 ряда столбиками без накида по 9 петель в каждом ряду. Вот так вот. Вяжу первый столбик, второй столбик, третий. Каждую петельку из 9 по столбику еще довяжу 2 ряда. То есть всего от начала распределения у меня это 5 рядочков. У вас, возможно, будет 6-7, зависит от вашей толщины пряжи. То есть посмотрите, где вы визуально хотите, чтобы у вас находилась пуговичка на застежке, насколько близко к ручке или дальше. Вот, я не люблю слишком близко и в то же время далеко сильно не хочу. Вот что-то среднее, поэтому я взяла приблизительно здесь. Вот у меня будет, сейчас вам скажу по рядам, первый ряд, второй, третий, четвертый я довязываю. И пятый ряд, это где-то приблизительно 2,5 сантиметра. То есть ряд в целом у меня пол сантиметра. Вот 2,5 сантиметра между ручкой в зазоре у меня будет до пуговицы. То есть это до пуговицы. 2,5 сантиметра от начала ручки с одной стороны до вот здесь вот тут так вот где-то приблизительно у меня будет находиться петелька для пуговички. Вы здесь посмотрите, может чуть-чуть дальше, чуть-чуть ближе. Вот я приблизительно для себя взяла 2,5 сантиметра. Вот я эти 2,5 сантиметра и вяжу просто ряды столбиков без накида на центральных петлях. Довязала я пятый ряд и сейчас в конце ряда я делаю снова воздушную петлю подъема, но не начинаю вязать еще шестой ряд. Объясню почему. Я беру свою пуговицу. Как вы видите, она у меня достаточно большая по сравнению с, скажем так, с застежкой, ремешком для застежки, я его так буду называть, то мне нужно сделать достаточно большую петельку для такой пуговицы. В целом пуговица занимает где-то около 5 центральных петель. То есть 2 с одной стороны столбика я пропускаю и 2 с другой стороны. А 5 вот этих центральных петелек я должна провязать петлю для пуговицы. Вот, если вы так прикладете, то визуально 5. Но если мы сделаем слишком большую петлю, то по ходу одевания, снимания чехла, она у нас просто-напросто растянется. Поэтому я рекомендую вам взять немножечко, как бы сделать меньше петельку для того, чтобы наша петля дольше прослужила, не растянутого состояния была. Вот. Я как бы, так как у меня 9 петель, и хорошо есть по краям, скажем так, по 2 петли, и центральные у меня выделились 5 петель по размеру пуговицы, то как бы хорошо. Вы смотрите, исходя из диаметра своей пуговицы. К примеру, она у вас меньше, то, соответственно, вы можете взять
центральные, к примеру, 3 петли для своей пуговицы. При этом у вас, если как у меня 9 петель, то останется 3 по краям с одной и 3 по краям с другой стороны. А центральные 3 это будет у вас петля для пуговицы. Если вам, к примеру, 3 мало, а 5 много, то возьмите 4, но при этом у вас немножечко смещение будет на одну петлю. Это тоже абсолютно ничего страшного, но чаще всего вот я заметила, что либо нужно 5 брать, либо 3, если это меньше диаметром пуговицы. Опять же, учитывайте, что со временем петля немножечко как бы разносится, поэтому берите немножечко буквально на одну петлю меньше, чем у вас размер пуговицы. И я уже определилась, я буду по 2 петли с краев провязывать столбики без накида, а центральные 5 петель у меня будут петли для пуговицы. Но, как я вам говорила, я буду вязать 4, а потом объясню, как я буду их восполнять. Сделав петлю подъема в 5 ряду, я поворачиваю на следующий ряд, и в этом ряду я должна буду сделать петлю. Я уже говорила, что по 2 с каждой стороны, поэтому я вяжу в петлю основания воздушной петли подъема столбик без накида. И в следующую петлю я вяжу столбик без накида. Но если мы сейчас оставим вот в этой петле перед пуговицей, скажем так, перед тем, как будем делать петлю для пуговицы, один столбик, то он у нас растянется. Поэтому я предлагаю вам связать 2 столбика в одну петлю перед тем, как вывязывать петлю для пуговицы. То есть, получается, мы здесь делали прибавление. Теперь у меня петля для пуговицы это 5 воздушных петель. Я свяжу сейчас с верхней стороны, скажем так, 4 воздушные петли. То есть уменьшу свою петлю, о которой я вам говорила, на одну петлю меньше. Одна воздушная петля, вторая, третья, четвертая. Но снизу я пропускаю 5 петелек, 5 столбиков предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую ввожу крючок. И вяжу столбик без накида. Как я уменьшила свою петлю? Я снизу пропустила 5 столбиков, на которые рассчитывала в самом начале, но связала 4 воздушные петли сверху. То есть вот этим способом я уменьшила как бы петлю нашу по объему. При этом в эту петлю, обратите внимание, у вас должна хорошо проходить пуговица, но туго. То есть не просто хорошо, а туго. Мы точно так же здесь с другой стороны от наших воздушных петелек цепочки сделаем прибавление. То есть как мы делали вот здесь вот перед воздушной цепочкой прибавление, так сделаем и после. Для того, чтобы просто не растягивались вот эти крайние петельки при одевании, снимании чехла. То есть чтобы не разболталась вот эта петля. И теперь в последнюю петельку ряда я просто довязываю один столбик. Вот так. Что мы теперь делаем? Мы делаем воздушную петлю подъема и поворачиваем на следующий ряд. В первую петлю основания петли подъема я вяжу столбик без накида. Дальше, как вы помните, у нас идет в одну петлю прибавление 2 столбика без накида. Я над первым столбиком вяжу столбик без накида, а вторую петлю просто-напросто пропускаю. Я за нее забываю, я в нее ничего не вяжу, а просто под воздушную цепочку из 4 петелек я вяжу 5 столбиков без накида. Я не вяжу в каждую петельку по столбику, а просто ныряю под вот эту вот воздушную цепочку и вяжу 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. С другой стороны точно так же. У нас шло прибавление и в конце один столбик без накида. Я пропускаю первую петельку. Во вторую петлю я вяжу столбик без накида. И в конце ряда у нас остается еще один столбик без накида предыдущего ряда. Я вяжу в него второй столбик. И что у нас в итоге получается? Мы должны были провязать в этом ряду 9 столбиков, которые вязали здесь по ширине, и должны были выйти на них. Так как мы делали прибавление, здесь вязали петелек меньше для того, чтобы убавить нашу петельку по объему, уменьшить, то мы так и вернулись к этим 9 петлям изначальным, провязав первую петлю столбик во вторую петлю. За прибавление я забываю, просто пропускаю эту петлю. Под воздушные петли я вяжу 5 столбиков, которые у нас изначально здесь были пропущенные. И снова довязываю в конце ряда 2 последних столбика, пропуская вот эту петлю прибавления, ближе которая у нас находится к петельке. И благодаря этому я вышла на те же 9 петель, которые вязала до этого. Теперь делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем на следующий ряд
И просто в каждую петельку теперь вяжем по столбику. В этом ряду мы вернулись к нашим 9 столбикам без накида, то есть которые у нас были изначально. Мы ничего не прибавили, не убрали. При этом у нас петелька получилась аккуратная. Вокруг петельки у нас будут теперь столбики не растянутые благодаря прибавлениям. Они нам просто сделали как бы тугое такое вот замыкание. Теперь делаю воздушную петлю подъема и вяжу третий ряд. То есть для того, чтобы полностью закрепить нашу петлю и никуда не делась наша пуговичка. Если же у вас петелька маленькая, то есть для пуговички поменьше, чем у меня, можете вот этот последний ряд не вязать. То есть вам будет достаточно обвязать петельку после набора воздушной цепочки и один ряд просто провязать столбиками без накида. Вот этого последнего ряда, третьего, можно не делать. Это по желанию. Я люблю, чтобы это, скажем так, этот ремешочек был виден, поэтому я его провязала. Если же не хотите, не надо. Теперь делаем воздушную цепочку и хорошо затягиваем петлю. Еще раз делаем воздушную цепочку и хорошо затягиваем петлю. Вытаскиваем последнюю петельку. Не спешите отрезать ниточку. Нам теперь нужно это все померить. Мы берем чашку. Протаскиваем сюда ремешок наш. Пока он с ниточкой, ничего не отрезайте. Берем вот так вот аккуратненько, обворачиваем нашим полотном чашку. И представьте, что здесь пуговица. Мы хорошо натягиваем ремешок по центру. Вот так вот. И смотрим. У меня вмещается хорошо петелька достаточно далеко от края, чтобы пришить пуговицу и закрепить. При этом у меня чехол, если я сейчас закреплю, он не ездит. То есть я сейчас его еле держу, но если сюда пришить пуговицу, то он будет достаточно плотно сидеть. Я сейчас пришью сюда пуговицу на уровне где-то приблизительно третьего ряда от вот здесь вот от начала. Хотите, по желанию, можете вот этой лицевой косичкой взять на лицевую сторону, при этом вот так вот повернуть хвостик. Пришиваем на уровне где-то 2-3 ряда от начала вязания нашу пуговичку по центру и застегиваем ее. Только лишь после того, как вы застегнете пуговичку и будете уверены, что не ерзается ваш чехол, только лишь после этого можете отрезать вот эту вытянутую петельку пополам, для того, чтобы остался хвостик, и мы спрятали краешек ниточки. Пришила пуговичку и одеваю, натягивая немножечко чехол на чашку. Сначала я продеваю ремешочек сквозь нашу ручку. Теперь вот так вот обматываю аккуратненько, чтобы у меня получилась пуговичка как бы с внутренней стороны. То есть я правша, и мне хочется, чтобы была с моей стороны вот эта пуговичка. Я аккуратненько натягиваю все. И вот так вот продеваю свою пуговичку сквозь петельку. Теперь мне остается лишь только красивенько поправить все. И посмотреть, ерзается ли чехол. Посмотрите, он у меня достаточно плотно сидит. Возможно, где-то при, скажем, тугом нажатии он у меня немножечко поворачивается. Но в целом мне нравится, как он сидит, поэтому я сейчас могу смело отрезать вот эту ниточку, вдеть ниточку в иголочку, и с изнаночной стороны вот здесь я продену сквозь столбики иголочку, спрячу вот этот краешек ниточки и отрежу. Рабочую ниточку можете убирать уже. И теперь, так как у меня пуговичка с внутренней стороны, я хочу с внешней стороны вот этой получается. Вот если вы, к примеру, держите, вот я правша, держу чашечку, то я хочу, чтобы с лицевой стороны у меня было украшение. Я беру, разворачиваю к себе вот так вот ручку с левой стороны и беру как раз-таки мое такое вот самое простое украшение. Фетровое сердечко и пуговичку. Есть два варианта. Можете приклеить, можете пришить. Я всегда считала, что пришивание это, скажем, надежнее более способ и выносливее. Вот, поэтому я сейчас просто беру это все, пришиваю. И все, мой чехол готов. Самый простой вариант украшения, самый легкий. Если же это чехол, к примеру, не к 14 февраля, а к 8 марта, можете, допустим, сделать какую-нибудь здесь восьмерочку, можете сделать вышивку, какие-то, возможно, вязаные аппликации, вышитые аппликации, какие-то бисер, бусинки. Вот, к примеру, если взять бусинки, у меня такие вот самые обычные швейные булавочки, я вам сейчас покажу.
примеру, если в хаотичном вот так вот состоянии вы пришьете бусинки, это уже выглядит совсем по-другому. Не так грубо, все аккуратненько. Можете, допустим, пришить какие-то, возможно, фетровые бабочки. То есть не обязательно это может быть сердечко. Это я так вот себе решила и установила. Даже если вы не сделаете никакого украшения, если возьмете красивую декорированную пуговицу, возможно, это будет не тон в тон, а какая-то, к примеру, сова, то вам более чем вот этого украшения ничего не нужно будет. Это будет совсем аккуратно, скажем так, классически, не наляписто и в то же время со вкусом. Я надеюсь, что у вас все понравилось и получилось. Поэтому, конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!